США провели переговоры с представителями Талибана. Американцы пытаются подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу в Афганистане. Спецпредставитель США по Афганистану Залмаем Халилзад провел с членами радикального исламского движения «Талибан». Встреча состоялась в столице Катара, Дохе. Об этом в субботу, 13 октября, сообщил представитель Талибана Сабихулла Муджахид. По его словам, в ходе встречи 12 октября обсуждалось мирное завершение вторжения Запада в Афганистан. Как уточняет ЭФП, Халилзад пытается при поддержке других региональных игроков, включая Пакистан и Саудовскую Аравию, подтолкнуть талибов к полноценным переговорам по мирному процессу. Дипломат с 4 по 14 октября находится в турне и проводит встречи в этих странах, а также в Катаре и ААЭ. Это уже вторые с июля переговоры американской стороны с талибами, последовавшие после установления режима прекращения огня между боевиками и правительством Афганистана в июне. Талибан считает власти в Кабуле марионетками Вашингтона и настроен на то, чтобы вести диалог с Соединенными Штатами напрямую. Напомним, в США предрекли скорый мир в Афганистане. Власти страны и движение «Талибан» могут вскоре заключить полноценный мирный договор. Об этом заявил командующий вооруженными силами в Афганистане генерал Джон Николсон. Ранее в преддверии праздника Курбан-Байрам президент Афганистана Ашраф Гани объявил о трехмесячном перемирии с «Талибаном», но уже через день во время его выступления по Кабулу был нанесен ракетный удар, ответственность за который никто не взял. Источник. Русская служба Deutsche Welle. По материалам сайта news.com.